На воду с песком, солью и примесями тяжелых металлов жалуются жители Кустанайской области. В старой части города Жутикары, где нет центрального водопровода, люди вынуждены набирать воду из скважин и колодцев. Но ее качество не выдерживает никакой критики. Претензии жителей выслушала Наталья Строкова. Вот такая муть бежит из колодца Маусымжан Манжасаровой. Эту воду ее семья вынуждена пить. Альтернативы нет. Покупать в магазине дорого, а спецмашина с цистернами чистой воды здесь никогда не появлялась. Из этого колодца набираем. Этой водой стираем, пьем ее. Только сначала отстаиваем несколько дней, потом кипятим. Огород нельзя этой водой поливать. Все белеет, а растения погибают. Мама двоих детей Лариса Бочарова выход из ситуации нашла. По бартеру воду для питья набирают у соседа дяди Вани. У него стоит фильтр. Но даже после нескольких степеней очистки без отстоя не обойтись. Мы сюда вот ее выливаем. Вот сюда. Она настаивается. Тоже осадок есть. 15 литров воды в день мы употребляем. Кушать варим. А когда осень, соление, у нас еще больше уходит воды. И вот я в день по 3-4 раза вот с бетончиками, по 4 бетончика я ношу вот от дедушки. В старой части Жутикары, а это в основном частный сектор, около 4000 жителей. Водопровода здесь никогда не было во дворах, только колодцы и скважины. Низкое качество воды в них связывают с соседством техногенных залежей. От Иловой горы, вот что там сейчас идут трещины, снег тает, и вот все впадает, получается, к нам. Кто в город ездит, тот покупает воду, а кто нет, ставят, отстаивают ее и потом опьют. Иловой горой местные называют захоронение ртути и мышьяка. Полвека назад рядом с жилыми домами открытым способом добывали золото. Тяжелые металлы использовались при разработке. После закрытия фабрики техногенные залежи засыпали глиной. Сейчас защитный слой начал разрушаться. Больше 5 лет население просит чиновников избавить их от опасного соседства. Но результатов пока нет. Есть проблема, на самом деле экологическая проблема, есть ветровая эрозия, водная эрозия, и эта проблема начала актуальность проявлять. На областном уровне принято решение, выделяются средства на изучение этой проблемы. Сначала надо проявить, что нужно сделать с этим месторождением. Или ее засыпать, или есть уже современные методы, чтобы нейтрализовать эту гору. Ежеквартально экологи мониторят качество воды в колодцах. В очередных пробах превышение сразу по нескольким показателям. В подземной воды колодца, расположенных в районе Иловой горы, выявлены превышения ПДК по ХПК, БПК, жесткости, магнию, хлоридам и сульфатам. Пока решается вопрос с нейтрализацией Иловой горы, местным жителям чиновники в очередной раз пообещали организовать подвоз питьевой воды, а летом построить пункт ее раздачи. Наталья Строкова, Ермек Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар 24.